долгожданное открытие офиса Всероссийского турагентства «Солнце Тур». Федеральная сеть – это безопасный отдых по низким ценам. Звоните 20 37 95. Три человека получили травмы в результате аварии на улице Воровского. Там водитель Форда Фокус спровоцировал ДТП с Ладой 12-й модели. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла 11 июля в 17:20 напротив дома 94 по улице Воровского. 48-летний водитель Форда Фокус хотел повернуть налево, но не пропустил встречный ВАЗ 12-й модели. Сначала ДТП было зарегистрировано как происшествие без пострадавших, но затем за помощью к медикам обратились три пассажира «Лады». Это женщина и две девочки. Одной нет и года, второй 7 лет. Пострадавшие не госпитализированы. На перекрестке улиц Карла Липнехта и Спасской столкнулись 5 машин. По информации очевидцев, сначала 14-я врезалась в Ниву. Затем внедорожник по цепочке протаранил припаркованные автомобили. Да, видишь, угу. А вон машины, да видишь, они все сцепились. На улице Ленина у филармонии столкнулись две машины. По словам очевидцев, женщина-водитель Рено задела бампер 11-й, а затем скрылась с места происшествия. Не исключено, что автоледи грозит лишение прав и штраф. На перекрестке улиц Лепси и Ломоносова столкнулись «Пежо» и «Лада Приора». Автомобили получили незначительные повреждения. Очевидцам пришлось объезжать место ДТП по соседней полосе. На улице Лепси в ДТП попали «Митсубиси Аутлендер» и легковой автомобиль. Судя по фото, у седана погнуло капот. На перекрестке улиц Щорса и Производственная водитель УАЗа столкнулся с попутным «Рено Сандеро». Машины сильно не пострадали. Сергей Пичугин, место происшествия.